Ребята, здрасте! Как и обещали, с нашим замечательным спонсором компании G-Part мы вот этот вот двигатель нашего подписчика, который победил в конкурсе, начинаем ремонтировать. Дело в том, что я никогда, ни разу в жизни не делал отечественные двигатели. Ни Жигули, ни УАЗ, никакие другие. И для меня это просто, ну, новый мир буквально. Я не думаю, что его сделать будет сильно сложнее, чем какой-нибудь ВК-56 или 3УР. Из последнего, то, что я делал. Но, тем не менее, есть и свои нюансы, особенно связанные с качеством запчастей. Поскольку я ни разу не делал отечественные автомобили, я решил обратиться к аналам Ютуба, так сказать, и достать оттуда видео известного гуру по отечественным двигателям, который модифицирует и улучшает создание инженеров и делает отечественные двигатели буквально вечными. То есть после его доработок, а именно сверление отверстий в юбке поршня, сверление отверстий в вкладышах, сверление распределительных валов, ну и вообще сверление как таковое, то есть максимально много надо отверстий насверлить, двигатели начинали работать хорошо. И поэтому мы начали действовать строго как он, положили двигатель на покрышку и начали разбирать. Через примерно полчаса возни оказалось, что это нифига не удобно, и все-таки, наверное, придется обратиться к гидростолу, на котором сейчас этот двигатель и лежит. А при сборке, ну, мы очень постараемся, конечно, вернуться к аналам и, так сказать, собрать его все-таки на покрышке. Но это не точно. По крайней мере, мы постараемся. И чтобы улучшить это детище немецких, кстати, инженеров, а может быть и итальянских, потому что двигатель этот проектировался не у нас, но в 60-х годах, мы оптимизируем его, улучшим, сделаем так, чтобы он прошел огромный ресурс, больше 300 тысяч километров абсолютно точно, и дадим на него гарантию. Итак, приступим к разбору двигателя и подготовке его к ремонту. Я думаю, что для вас всех будет интересно увидеть все-таки отечественный двигатель, потому что он самый массовый. Это ВАЗ-2109 с длинным крылом. То есть уже практически современный автомобиль. Кстати, один из красивейших из советского автопрома на тот момент. Даже в Европе покупали эти автомобили. Двигатель сам по себе очень надежный. Он простой по конструкции. У него 8 клапанов. Ременной механизм ГРМ. То есть все очень-очень-очень хорошо. И будем сейчас мы его ремонтировать. Снимаем сейчас поддон, клапанную крышку. Смотрим, что внутри. Померяем износ. Ну и двигаемся вперед к сборке. Судя по состоянию ремня, очень вовремя приехала к нам эта машина, потому что это было очень близко к провалу. Ну, то есть прям максимально близко, пару раз нажать на газ посильнее, и все бы закончилось очень печально. Хотя ремень довольно свежий, но был установлен с нюансами, то есть были проблемы с установкой, и поэтому его сточило. Такого допускать, естественно, нельзя, нужно следить за состоянием ремня. Вот, и мы ремень поставим абсолютно новый. Благо, он есть в каталоге на сайте. Клапанная крышка здесь с маслоотделителем. То есть все, в принципе, как на тех машинах, которые я уже делал. Здесь маслоотделитель, соответственно, надо будет снять и помыть внутри всю систему вентиляции, потому что в противном случае, возможно, там останется какое-нибудь дерьмище, которое не будет давать машине нормально работать. Распредвал находится в хорошем состоянии, судя по кулачкам,
Что с шейками мы сейчас узнаем. Головка здесь, в принципе, снимается, насколько я понимаю, даже без демонтажа распределительного вала, но нам его все равно снимать. Сначала распредвал, а потом уже голову, хотя можно снять все в сборе. Ну что ж, гидрокомпенсатор здесь, конечно, еще не устанавливали, но применение регулировочных шайб к стаканчикам – это очень оправданное решение, удобное, ну, относительно, естественно, по сравнению с болтиком и гаечкой, требующие регулировки реже, но, тем не менее, регулировка клапанов требуется, и нужно это делать регулярно, дабы избежать их прогара. Особенно это касается двигателей, работающих на газовом оборудовании. Так, что я могу сказать по состоянию блока цилиндров? Цилиндры все абсолютно лысые, вероятнее всего здесь когда-то менялись кольца. И связано это именно с этим. То есть, когда вы меняете кольца без расточки, без каких-либо других мероприятий, то новые кольца с большим удовольствием, выравнивая геометрию цилиндра, стремясь вернуть ее из овала в окружность, стирают все остатки хона, которые, в принципе, там есть. Я думаю, что дело было примерно так. По поводу коленчатого вала, здесь все очень хорошо, нам повезло, и по колену вопросов никаких нет, но, скорее всего, мы будем его делать в ремонт, потому что номинальные вкладыши подобрать очень сложно в силу того, что они зачастую не только на отечественных, но и на импортных автомобилях бывают не очень-то и как бы в размер. Поэтому мы будем заниматься тем, что называется селективная сборка, то есть мы будем подбирать под каждую конкретную шейку свой вкладыш. Поршни здесь так называемые безвтыковые, здесь, насколько я понимаю, при обрыве ГРМ ничего страшного не происходит, то есть, в принципе, даже если бы у человека случилась такая неприятность, как обрыв ремня, то ничего бы, собственно, страшного не произошло. Нужно было бы просто дотянуть машину до сервиса и сделать замену ремня. Так, разборка, дефектовка в процессе. Этот этап мы заканчиваем. Сейчас мы двигаемся на мойку. Двигатель мы хотим сделать в абсолютно новое состояние, лучше, чем с завода мы хотим его сделать. Вот, соответственно, блок будет сейчас мыться, потом он пойдет на пескоструйку. После пескоструйки он пойдет уже на восстановительные процедуры. И мы сделаем этот двигатель лучше, чем с завода.
Ну-ка, стой. Древность-то какая. Где вы его нашли? Ой-ой-ой. Приборчики, чтобы замерить вот эти детали этого убитого насмерть. Ваза. Его не очень подогрели, я хочу сказать. Здесь видны значительные следы износа поршней, потому что и с одной стороны, и с другой стороны поршня видны серьезные же, вон охват какой большой у него уже. И уже ирисочки грубые видны. Ну, это свойственно нашим вазовским поршням. Геометрия тут очень так наблюдается, оригинальная поршня. То есть это говорит о том, что эллипсность у него неравномерная. И очень видно износ маслосъемных колец. Уже от той трапеции остались воспоминания, хотя, говорят, меняли кольца. Вот особенно вот на этом кольце. Так, ладно, с этим все понятно. Начнем настраиваться для того, чтобы померить, насколько у нас изношен блок цилиндров. Значит, у нас, насколько я понимаю, номинал. Вот значочек номинала. Группа Б была. Когда был спроектирован, изготовлен этот двигатель, он не отвечал требованиям токсичности, производительности. И тогда наши доблестные конструктора обратились на фирму Porsche. И фирма Porsche нам помогла сделать вот этот 21083 двигатель. И были очень жесткие требования, они заложили. Причем они заложили требования по геометрии и по кривой обота, по шероховатости. И в чертеже, у меня были тогда чертежи эти, заложили оригинальную вещь. Они на сборочном чертеже блока, в разделе требования к блоку, нарисовали эту кривую обота, которую заложили в очень жесткие рамки. И наши производители в Тольятти долго развлекались этим моментом, так как на то время у нас была, соответственно, линия производства блоков цилиндров. В конце стоял ханинговальный станочек «Нагель», который уже дальше осуществлял плата ханингования и подгонял вот эту шероховатость под требованием чертежа. Когда в начале 90-х годов мы начали заниматься вот этим вопросом ремонта двигателей, то были только двигатели автомобиля ВАЗ 21-01-06, 03 – это классика. И, соответственно, у нас были замечательные двигатели 21.08, 21.083. 82 по плиточкам. Мы настроили микрометр как скобу установочную. Сейчас еще соточку. Чуть-чуть. Оп. Даем отсечечки. Вот. Ноль поставили. Замечательно. Ханинговального штриха нету вообще никакого. То есть здесь отсутствует полностью хонриска, то есть остатки, следы обработки ханинговальной. Все здесь уже изношено. Теперь посмотрим, насколько здесь велик износ. Вот номинала. Здесь износ уже десятка. Вот здесь 800. Вот там, где у нас огневой пояс, что было когда-то. Соответственно, здесь 7 соток. Даже вот здесь износ. Боже ты мой, как же это он ходил, что-то даже так износилось. Идет 5 соток, 5, и в верхней мертвой точке десятка. Так, это одно отверстие, посмотрим другое. Вот, смотрим. Это мы смотрим от размера 82, а не от поршня. Дальше мы померяем поршень и посмотрим, какой же суммарный износ поршня и, соответственно, цилиндра. Равномерно изношенный, хорошо походивший блок. Все это восстанавливается так, как он был в номинале, а у ВАЗа есть ремонтные размеры, поэтому мы смело можем их сделать. Теперь посмотрим, что у нас творится. Так, по плиточке мы выставили 82.0, увидели это. Теперь мы берем поршень и смотрим. О, поршень даже не задевает ничего. Теперь мы посмотрим, каков истинный размер поршня. И что же мы видим здесь? А видим мы здесь, что поршень у нас меньше на 4,5 сотки, а отверстие больше на десятку. То есть суммарный зазор у нас получился 15, ну практически 14,5 сотки. То есть это уже больше максимально допустимого. На ВАЗе давали максимально допустимый износ десятку. Борис Иванович, нам десятки удастся добиться большего ресурса от этого двигателя, чем дает завод? Ну, в общем-то, да, потому что это индивидуальная сборка, это единичное производство. То есть мы каждую деталь готовим колено, индивидуально, селективно.
как на Mercedes-Benz. Вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас с коленом. Оно колено визуально очень даже неплохое. Посмотрим биение. Полирнуть его, наверное, еще? Ну, конечно. Сейчас посмотрим, потом... Блок нам повезло, что не расточен уже в последний ремонт, поэтому мы будем блоком этим заниматься более плотно. У него следующий ремонт 82,4. 82,4. Так, посмотрим биение по средней шейке. Ну, идеально. Колено, кстати, полнобалансирное. Да. Стенки цилиндра смазываться должны. Очень хорошо. Ремонт это надо смотреть, это уже замерять надо будет. Потому что сами вкладыши... Нет, когда поставим вал в блок и осевое перемещение проверим, осевой люфт, тогда подберем уже и вкладыши. Потому что есть ремонтные вкладыши, есть стандартные вкладыши. Очень хорошо. Да, вот это седло провалилось. Здесь надо замену. Вот это здесь очень сильно провалилось. Здесь оригинально. Вот одно состояние выпускного цвета. Да. Вот более живой. Но здесь была высокая температура, пробило наглухо. Очень глубоко сел клапан, седло пробито, его надо менять вот здесь. Здесь более-менее визуально. Это все визуально, это потом надо замерять, потому что данные на это все есть. Вот это надо менять. То есть здесь весь выпуск надо поменять. Впуск тоже надо смотреть, ну, потому что по впуску тоже есть вопрос. Надо посмотреть, потому что нехорошо. Я думаю, что визуально будем менять, дабы обеспечить максимальный ресурс данному мотору, а мы дадим на него большую гарантию. Вот смотрите. Как для «Жигулей». Ну, жрало здесь хорошо, вон по выпуску. Вот, расход масла, да, судя по выпуску, здесь был довольно весомый, потому что выпуск сильно закоксован. Да. Вот, забит сажей, несмотря на то, что голову уже помыли. Да, нет, ну здесь все хорошо. В общем... Да, какой у нас дальнейший план? Я предлагаю отдать блок на пескоструйку, после этого его расточить уже в ремонт. Это будет по фэншую. Подведем резюме. Значит, блок у нас обязательно растачивается, ханингуется под хорошие поршни. Колено у нас будет полироваться, и под нее будут селективно подбираться вкладыши. Здесь не очень хорошая шеечка у распредвала. Полировать получится? Ну, надо посмотреть шейку и надо посмотреть постель. Постель не повреждена. Верхнюю, нет, именно бугель надо посмотреть, потому что вот здесь чувствуется этот. И потом замерить все зазоры. Это обязательно при сборке надо сделать, потому что протокол должен быть соответственно, составлен и исполнен. Может быть, тогда новый распред? Не знаю, надо посмотреть. Понимаешь, новый не значит лучше. Кулачки все в идеале. Кулачки, да, хорошие. Вот все шейки, вот эти, помимо вот этой шейки, все в идеале. И подсальник шейка тоже в приличном состоянии. Ну, тут еще надо проверить, соответственно, не круглость. Нижние головки шатуна, это обязательно. Нижняя головка шатуна здесь не завтулена, здесь горячая прессовая посадка. Это было... Просто ставится новый палец. Нормально изношенный двигатель полностью. Умер от старости. Да, очень большой пробег. Большой. Для двигателя это критично было. По состоянию деталей у нас все не так плохо. Детали все подлежат ремонту. С Нагасаки это все очень даже вполне себе неплохо. Сейчас блок отправляется на пескоструйку и покраску порошком, после этого будет растачиваться уже в ремонт. Блок мы привезли в компанию Тюнингберг, потому что они лучшие, кто красит порошком в городе. А еще есть большое преимущество, что они находятся с нами в одном здании. И, наверное, это тоже немаловажно и повлияло на наше решение. Но мы хотим, чтобы блок выглядел как новый, идеальный. Сейчас будем выбирать цвет. Я даже не знаю, радикально черный или какой-нибудь оранжевый, может быть, синий. Не знаю, сейчас решим. We'll be right back.
А сейчас, ребята, мы закажем запчасти для нашего великолепного автомобиля «Жигули». И конкретно двигателя 21083. А сделаем это, разумеется, на сайте g-part.tech. Итак, открываем интернет и находим там сайт, который довольно удобно сделан, и можно сразу же найти необходимые для нас запчасти. Мы будем искать сейчас запчасти двигателя, системы охлаждения, ремни и так далее. Очень легко можно перейти в раздел ремней, почитать информацию, находим нужный нам ремень, добавляем его в заявку. Теперь в заявке она добавлена. Добавляем также туда помпу. Добавим фильтр масляный, добавляем, также купим сцепление 21-10-12-21-08, диск сцепления ведомый, заявку, корзина сцепления. Переходим в оформление заявки, в оформлении заявки смотрим список наших деталей, которые мы заказали, пишем имя. Оставляем номер телефона и выбираем магазин. Так, мы находимся в Москве, соответственно, смотрим магазины, которые находятся в Москве. Выбираем ближайший к нам, мы на севере города. Вот, у нас есть на Алтушке. На Дмитровском шоссе, вообще великолепно, очень удобно. Смотрите, от нас прям буквально 10 минут. Так что выбираем магазин на Дмитровском шоссе. Даем согласие на обработку персональных данных и отправляем заявку. Теперь, когда заявка оформлена, мы просто ждем звонка от менеджера. Он нам сообщит цену, время доставки и поедем в магазин. После покраски блок, естественно, отправился на расточку, потому что нужно привести его к ремонтному размеру, который мы подобрали, а это размер 0,25. Блок ранее не ремонтировался, поэтому, естественно, износ очень большой, и простой замены колец, конечно же, никто бы не стал ограничиваться, тем более, что это все-таки капитальный ремонт. Поэтому были куплены новые поршни, и под них делается расточка и ханингование. Блок расточен, показывать процесс расточки, в принципе, наверное, не интересно, а вот на ханинговании мы остановимся более подробно. Единственный нюанс с расточкой блока, я хочу напомнить, что это блок все-таки фирмы ВАЗ, а это значит, что единство БАЗ это не про него. И отталкиваться при его ремонте желательно все-таки не от плоскости разъема, а от оси коленчатого вала, как это делается на V-образных моторах. Здесь же это оправдано не тем, что он V-образный, а тем, что у него может быть абсолютно не параллельно и не перпендикулярно плоскости, а именно не параллельно ось коленчатого вала, а плоскости, которая относится к поддону, равно как и к боковым плоскостям, потому что производство немножко хромает и делается на довольно несовершенном оборудовании. Достигнуть лучшего результата пока у АвтоВАЗа не получалось. Возможно, на новых двигателях эта ситуация изменилась, но конкретно на двигателе 21083, о котором сейчас конкретно идет речь, такая проблема имелась, и поэтому ничего мы с этим сделать не можем, и нужно с этим как-то бороться. Хочу отметить, что блок ханингуется в конкретный размер каждого из поршней. Все поршни подписываются и устанавливаются впоследствии на свое место для того, чтобы зазор был идеальным. Это очень важно, потому что так можно достигнуть равномерности характеристик при работе двигателя. Также очень важно, чтобы поршни были качественные, у них не было большого разбега по весу. Допуск примерно 3-4 грамма, но в данной ситуации мы уложились в 1 грамм даже на собранной связке поршень-шатун. Известно, что этот двигатель имеет огромный запас прочности, и это проявляется во всем. Блок довольно толстостенный, у него длинные юбки, как бы все выглядит довольно внушительно и красиво. Блок типа closed deck, что дает дополнительную жесткость. Также при серьезных доработках на него ставятся распорки на постель коленчатого вала, которые дают еще большую жесткость.
Штатные шатуны очень массивные, тяжелые, это не очень хорошо, поэтому их меняют обычно на кованые варианты, они значительно легче и по прочности превосходят заводские. Несмотря на то, что с данного двигателя можно снять довольно-таки большую мощность, естественно, он не даст вам характеристик большого V8, или же малолитражного, но турбокомпрессорного двигателя а-ля Volkswagen, или же двигателя с твинскрольной турбиной современных модификаций с фазорегуляторами, непосредственно впрыском и прочими вещами, которые очень эластичны по своей характеристике. Здесь двигатель, да, будет выдавать огромную мощность для своего объема, но будет выдавать он ее в очень узком и очень высоком диапазоне оборотов. Использовать это для городской езды будет неудобно, невозможно, неинтересно и так далее. Потому что, когда вы используете двигатель в городе, для вас самое важное – это его эластичность и способность динамично набирать скорость любых оборотов. А это будет совершенно не про него. Чем больше мощности вы с него снимаете, тем больше у вас будет турбояма и тем хуже будут характеристики на холостом ходу и низких оборотах. В частности, если вы получаете с него экстремальные характеристики, то холостые обороты у него будут что-то около 2000, а тяги с низов не будет от слова «вообще». Прошу обратить внимание, что конингование производится на профессиональном оборудовании фирмы Sanan на станке CV616 или CV616, кому больше нравится. Данное оборудование создает поверхность с очень большой точностью и помогает восстановить геометрию цилиндра, если он имеет эллипс или бочку. Работы с головкой блока тоже хватило. Пришлось менять абсолютно все седла клапанов, равно как и клапаны. По той причине, что большинство людей, ездящих на данном двигателе, забывает о том, что клапаны необходимо регулировать по регламенту. Естественно, они этого не делают и получает соответствующий результат. Пробивает седла, портятся фаски клапана, клапан становится острым, перестает держать компрессию, и вы теряете мощность, а это неприемлемо. Поэтому было принято решение заменить абсолютно все седла клапанов. Седла меняются на изделия порошковой металлургии. Они очень качественные, намного лучше, чем то, что ставится туда с завода. И служат они значительно дольше. Соответственно, диапазон регулировки клапанов смещается на больший пробег. Но, тем не менее, клапана регулировать обязательно необходимо на этих двигателях. И регулируются они довольно-таки мудрено, но, тем не менее, сделать это можно. Вырезание седел производится на профессиональном оборудовании, опять же, фирмы Sanan, станок VGS-20. Он позволяет с большой точностью спозиционировать режущий инструмент и полностью вырезать седло без каких-либо проблем, создав идеальную поверхность для посадки нового. Также этот станок может создавать поверхность для работы клапана, то есть создает профиль сопрягаемой поверхности фаски клапана и седла. Для точного позиционирования головки блока на станине используется электронный уровень, который дает возможность полностью задать соосность рабочего шпинделя и оси клапана. Направляющие клапанов, естественно, также были заменены на новые, потому что если делать, то делать хорошо. Поскольку седла мы изготавливаем сами, то мы делаем еще на них дополнительный замок для того, чтобы избежать выпадения клапана даже в случае незначительного перегрева головки блока. Потому что штатные седла на некоторых головках вылетают на раз-два, особенно если диаметр достаточно большой. Из-за этого седла делаются со специальным замком. Это проточка посерединке, которая фиксирует клапан уже намертво после горячепрессовой посадки. Для установки седло охлаждается в жидком азоте, головка же в свою очередь нагревается либо в печи, либо на плитке. Это не очень принципиально, но в общем как бы кому как больше нравится. Конечно, печь позволяет достигнуть более равномерного нагрева, но для данных задач это абсолютно не принципиально. Нагревать можно хоть горелкой, и в принципе ни на что это не повлияет, геометрия никуда не денется, потому что нагревается не до таких значительных температур. После установки седла необходимо обработать на том же самом станке, как я уже говорил ранее. Седла обрабатываются и специальным резцом формируется поверхность под установку клапана. Выступание клапанов четко регламентируется, соответственно, делается абсолютно идентичным на каждом из цилиндров.
После формирования поверхности и установки клапанов в обязательном порядке производится вакуумизация и измеряется то разрежение, которое может создавать пароклапан-седло. Если это разрежение составляет более 600 миллибар, значит, все хорошо и будет все прекрасно работать. Даже увеличится эта характеристика при работе, потому что будет уже установлена пружина, и клапана прихлопаются по месту, так сказать, приработаются. Поэтому характеристика будет еще лучше. После обработки на станке Sanon не требуется дополнительных никаких процедур по притирке. И по большому счету, в принципе, притирка — это довольно устаревшая технология. Многие об этом уже говорят, и в принципе она не нужна, если есть хорошее оборудование. В работе используется нутромер Multivac. Он дает точную характеристику, создает стабильное разрежение, и, соответственно, можно увидеть характеристики по головке блока без использования традиционных методов, таких как керосин или солярка. По окончании работ над блоком наступает время обработки коленчатого вала. Шлифовка коленчатого вала очень ответственное за мероприятие. И несмотря на то, что колено было в допусках по заводу, но подобрать оригинальные вкладыши, точнее стандартные, очень сложно. По той причине, что здесь не селективный подбор, и те вкладыши, которые будут куплены, вероятнее всего дадут большой разбег по зазору, что неприемлемо. Поэтому было принято решение отшлифовать коленчатый вал в 0,25 по кругу. Ну и, соответственно, перед тем, как это делать, обязательно необходимо промерить постель и, соответственно, сам коленчатый вал, чтобы создать идеальную поверхность с идеальным зазором. Колено проверяется как на прогиб, так и на трещины. После этого принимается решение, его делать или не делать, и промеряется постель. После того, как устанавливаются на постель вкладыши, под них, конкретно под каждую шейку, делается шлифовка. Итак, приступаем к финальному этапу, к сборке. Блок, как вы видите, красиво открашен, расточен в ремонтный размер 0,25. Также в 0,25 сделан коленчатый вал. Цилиндры расточены, отханингованы в размер. Сейчас наша задача все это аккуратно собрать для того, чтобы машина долго ездила. Запчасти выбраны самые лучшие. Запчасти выбраны, соответственно, G-Part и оригинал. То есть других запчастей мы сегодня использовать практически никаких не будем, кроме вкладышей. Потому что вкладыши мне сказали, что лучше оригинала идут вот эти. Вот такой вот коробочки, вкладыши заволжские. Вот. С вкладышами все понятно, по поводу всех остальных запчастей это G-Part. Помимо блока, естественно, сделана головка, сделан коленчатый вал. Коленчатый вал отшлифован в ремонтный размер, причем подбор вкладышей получился селективным, но в обратную сторону. То есть мы отталкивались от размеров вкладышей и шлифовали каждую шейку вала под конкретный размер. Поэтому вкладыши подобраны каждый по отдельности, то есть все 5 шеек. Они отдельно подобраны под каждые 5 шеек коленчатого вала. Примерно то же самое сделано и с шатунами. То есть это даст нам ровный зазор по всем вкладышам коленчатого вала. И, естественно, мы бы установим новый масляный насос. Ребят, кстати, этот двигатель начинает мне нравиться все больше и больше. Смотрите, полнобалансирное колено после шлифовки вращается просто идеально, вообще просто идеальнейшим образом. Никаких закусываний, никаких проблем, легкая сборка, обтягивается все только с моментом, никаких доворотов на угол, ничего. И, в принципе, конструкция такая довольно крепкая, то есть и колено выглядит довольно внушительно. Никаких ослаблений в галтелях, все монументально, просто. Единственное, шатуны тяжеловаты, а так вообще классный мотор, я хочу вам сказать.
На данном этапе практически все готово. Сейчас установится коллектор, навеска, ну и он встанет на машину. Но, естественно, я исходно планировал собрать его именно в таком виде, то есть в виде шорт-блока с головой, закрытого крышками. Сейчас, после того, как он снимется с кантователя, наденется задний сальник с корпусом. Сальник, естественно, в задней крышке установлен новый. Сама задняя крышка не новая, но это как бы не суть важно. В масляном насосе тоже сальник новый, головки новые, все абсолютно новое. Никаких других компонентов ни новых здесь не осталось. Даже крепеж. Я, представляете, потерял крепеж от этого мотора, вот этот вот мелкий внешний крепеж, и пришлось ехать его покупать отдельно. Но, тем не менее, зато получилось красиво, смотрите, какие блестящие болтики везде, очень классно. Сборка закончена, именно в таком виде я и хотел, собственно, чтобы нам прислали двигатель, но нам привезли целую машину. Мы двигатель сняли, как будем его ставить, я пока не знаю, ну, договоримся сейчас с хозяином. Надеюсь, что будет радовать хозяина очень-очень долго. Использованы компоненты компании G-Part, ссылку на них мы оставим в описании, естественно. Вот тут вот висит их логотип, не перепутайте. Им большое-большое спасибо за то, что сделали вообще возможным такую акцию невероятной щедрости от их имени, ну и, соответственно, нашего, потому что мы приложили сюда вот эти вот руки. Ну и не только эти. Достаточно много людей работало над этим двигателем, чтобы сделать так, чтобы он работал лучше, чем заводской. Потому что промерены все зазоры как надо. Расточены и отханингованы цилиндры от оси коленчатого вала, потому что у ВАЗа плоскости разъема могут отличаться по своим осям от оси цилиндров и коленчатого вала. То есть быть не параллельными, поэтому на «Жигулях» берется за основу ось коленчатого вала, и потом уже под нее подставляется она на конкретно место уже для расточки. Также отшлифован коленчатый вал в размер с фиксированным зазором везде по всем вкладышам. Соответственно, я думаю, что будет лучше практически как селективная сборка с завода на каком-нибудь Мерседесе или BMW. В основном мы используем запчасти от нашего спонсора компании G-Part. Эти запчасти по качеству ничуть не уступают заводским. Соответственно, в чем-то они даже лучше заводских. В частности, было использовано большое количество этих запчастей, и мне, в принципе, их качество очень понравилось. Нужно отметить, что я до этого «Жигулями» не занимался ни разу. Это мои первые «Жигули», так сказать, лишение, значит, жигулевской девственности у меня было в жесткой форме. Мне двигатель этот, в принципе, нравится. Он очень простой. Здесь 8 клапанов, один распредвал. Никаких излишеств. Блок довольно массивный, явно с большим-большим запасом, потому что я знаю, что с этих блоков снимают какую-то дикую совершенно мощность на корчах дрифтовых. Сам блок мы тоже красиво подготовили. Ну, я надеюсь, что хозяину понравится такой вот подарок от нас и G-Part. Ссылку на сайт нашего спонсора в данном выпуске мы оставим в описании. Мотор собран. Я думаю, что он будет очень сильно радовать своего хозяина. Спасибо вам большое, ребята, что смотрели этот выпуск. И до новых встреч!